Книга, которую я читала, ну, наверное, она была одной из первых, которую я выучила наизусть, но я его уже не помню, конечно. Было мне лет 5. Дело было в январе, называется стихотворение. Дело было в январе. Стояла елка на горе, а возле этой елки бродили злые волки. Вот как-то раз ночной порой, когда в лесу так тихо, встречают волка под горой. Зайчата, зайчиха, кому охота в Новый год попасться в лапы волку? Зайчата бросились вперед и прыгнули на елку. Они прижали ушки, повисли как игрушки. 10 маленьких зайчат висят на елке, молчат. Обманули волка. Дело было в январе, подумал он, что на горе украшенная елка. Я стала гораздо более артистичной, чем была в свои 5.